Стихотворение на конкурс. Дети читают стихи. Гараев Егор. 10 лет. Название стихотворения. Россия – моя родина. Автор стихотворения. Евгений Кисляков. Россия, ты мне как вторая мама. Я рос и вырос на твоих глазах. Иду вперед, уверенно и прямо. И верю в Бога, что живет на небесах. Люблю я звон колоколов твоих церковных и наши сельские цветущие поля. Людей люблю я добрых и духовных, которых вырастила русская земля. Люблю я стройные высокие березки, наш знак и символ русской красоты. Смотрю на них и делаю наброски. Словно художник я пишу свои стихи. Не смог бы никогда с тобой расстаться, ведь я люблю тебя всем сердцем и душой. Придет война, и я пойду сражаться. В любой момент хочу быть лишь с тобой. А если вдруг когда-нибудь случится, что нас судьба с тобою разведет, как птица в тесной клетке буду биться, и каждый русский здесь меня поймет.